В апреле этого года сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали майора полиции Бирюкова. Он, по мнению оперативников, был причастен к преступлению коррупционной направленности, а именно получение взятки за незаконные действия. В марте месяце он получил 50 тысяч рублей за незаконное возвращение водительского удостоверения. Задержание полицейского произошло прямо на совещании. 18 июня состоялся суд, который признал Бирюкова виновным в совершении преступления. Он приговорен к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 2 миллионов рублей. Игорь Мерчук при содействии пресс-службы УФСБ России по Брянской области. События, Брянск.